Привет, ребята! Мы на канале Леди Ди. И сегодня мы будем делать 3 новогодние подделки. Да, ребятки, привет! У нас сегодня будут 3 новогодние игрушки, да, Диан, елочные? Да. Котенок, расскажи, какие игрушки мы сегодня будем делать? Мы будем делать сердечко, домик и еще елочную игрушку из шишки. Да. Первая игрушка, это будет у нас домик из картона. Мы уже приготовили, ребята, все детали, необходимые для этого домика. Да, это крыша. Да, это крыша. Да, сейчас я все ребятам покажу сразу. Значит, смотрите, что нам нужно. 5 деталей 4,5 на 5 сантиметров. 1 деталь 7 на 6,5 сантиметров для крыши. Плюс для крыши нам нужна вот такая деталь 7 на 5. Она потом вот так сгибается. Вот. Потом для крыши нам нужно 2 вот таких треугольничка. 4,5 на 2. 2, 3. И для балкона 5 на 1. Такие 2 балкончика. Также нам понадобится для нашего домика. Это зубочистки деревянные. Акриловая краска. Ну что, мы приступаем, Диаш? Да! Приступаем, значит, начинаем склеивать. И самое еще важное, то, что обязательно не забудьте, это клей. У нас это будет клеевой пистолет для склейки нашего дома. Если у вас нет клеевого пистолета, вы можете использовать клей ПВА. Диаш, да? Диаша играет на пианино. Да, вы можете использовать клей ПВА. Просто это будет дольше, но по эффекту это будет то же самое. Так что, ребята, все, приступаем. Да. Ребят, мы сейчас будем делать крышу. Покажи, какая у нас коробочка получилась, Диаш. Вот такая коробочка. Вот такая у нас вот уже получилась коробочка. Да, сверху будет у нас вот так вот крыша. И вот так вот крыша. Да, и вот так вот. Ребят, она здесь на елке висит такой же домик. Да, очень похоже на это. Мы с него и берем идею. Ребята, домик мы взяли идею вот с такого домика, который бабушка привозила Диане из Грузии позапрошлом году в подарок. Мы хотим сделать похожий домик, только другого цвета, да, Диаш? Да, у нас будет красный домик. Диана хочет красный сделать, да. В общем, домик будет очень похож. Покажи, Диана, поближе ребяткам. Вот такой домик. Сейчас покажем. Вот такой домик у нас уже есть. Мы делаем нечто похожее. Нет, так, ребята, продолжаем. Ой, пистолет у меня очень горячий. Ребят, смотрите, теперь приклеиваем крышу. Вот так. Нет. Диаш, все, я криво приклеила. Подожди. Так, крыша у нас идет вот так сначала. Так, ребята, одна часть крыши у нас приклеена. Сейчас будем продолжать. Вот берем вот такую деталь, которую я вам говорила. Это у нас, значит, 7 сантиметров на 5. Делаем посерединке дырочку. Сюда будем продевать вот такую вот ленточку. Елочку. Да, для того, чтобы вешать ее на елку. Так, я сейчас сделаю дырку вот здесь. Вот. Подожди. Ребятушки, вот мы продели ленточку нашу. Здесь сейчас приклеим вот сюда вот. Эти хвостики, а оставшиеся тоже клеевым пистолетом, я приклею их вот сюда, а оставшиеся хвостики мы отрежем, чтобы они уже не мешались. Капелька сюда. У меня очень горячий клей, поэтому я даже боюсь его трогать. Почему? Горячий очень. Так, ребят, смотрите, вот держатель у нас уже готов. Теперь приклеиваем вот эти вот детали крыши вот сюда. Так, ребята, смотрите, вот, значит, эта конструкция у нас уже готова. Мы приклеили сюда эти детальки. И теперь мы приклеим вот эту конструкцию вот так вот. Тоже клеевым пистолетом. Так, ребята, у нас вот готова такая же конструкция, вот такой домик. Сейчас мы будем приклеивать сюда наши балкончики. Ой, не все в клею у нас. Приклеим балкон сюда и на эту сторону. Вот. Уже наш домик готов, и сейчас его перед салфеткой покажу белую краску и покажу его красный цвет. Угу. Да, заготовка у нас готова. Посмотрите, вот такой у нас получился замечательный домик. О, здесь почему так не... Ну, ничего страшного, картон помялся слегка, но он плотный, Диан, все хорошо. Вот мы сейчас его покрасим. А нам Дед Мороз принес наш рейзер-кон, папе принес ботинки, а нам с мамой принес серик. Да, сейчас папа приехал с работы и нашел у нас около крыльца подарки. Вот это уже начинается волшебство, да, Диан?
Так что сейчас пойдем разбирать подарки. Ну что, ребят, сейчас мы приступаем, будем делать отделку нашего дома наружную. Вот. И балкончик. Балкончик мы будем делать из зубочисток. Мы будем его доделывать. Вот. Зубочисточки. Надо 4 зубочистки. Да. Значит так, ребятушки, сейчас Диана будет красить вот такой акриловой краской белой. Вот. И клеивать... Уже подготовленными салфеточками. Сейчас я вам покажу, как она это будет после делать. После этой краски? Да. Ребят, знаете, мне так на рисованке надо сначала, когда вы рисуете, надо сначала чуть-чуть водички брать. Угу. А потом уже краску, да? Да, потом краску брать. Угу. Ну давай, приступай. Ты одной ручкой держи домик. Вот так, а второй красит, да, тебе будет удобно. Угу. Эта краска быстро сохнет? Быстро, быстро покрасить. Она на водной основе, акриловая красочка. А почему на водной? Ну, вот такая вот, чтобы... А на крышу потом второй слой будем накладывать. Да, можно будет второй слой наложить. Угу. Так, ребят, смотрите, Диана уже сколько накрасила. Диаш, покажи, сколько там у тебя. Я уже... Почти весь домик накрашен. Я уже балкон крашу. Уже балкон красишь? Да. Молодец. Ребята, мы уже покрасили наш домик. Да, ребят, смотрите, вот Дианушка покрасила домик. Покажи Диаше его со всех сторон. Вот такой он замечательный, он почти белый. Еще мы сделали вчера подарок. Ой. Да, мы сделали второй такой домик, так что будем два домика декорировать. Один мы задекорируем на видео, второй просто задекорируем отдельно и просто вам покажем тогда уже, как мы сделали. Да, еще надо сделать сердечко. Да, но мы сделаем сердечко еще на этом видео и сделаем шишечку. Да. Так, Диаш, что мы сейчас будем делать? Приклеим салфеточки. Да, ребята, сейчас мы будем наш домик обклеивать салфеточками. Это придаст домику определенную текстуру, и это придаст домику дополнительную жесткость и прочность. Он скрепит все его стыки дополнительно. Приступаем, Диаш? Итак, ребята, я покажу вам, как это делать. Диашечка посмотрит, и вы. Значит, вот у меня салфеточки, вот у меня клей для декупажа. Вы можете, как я уже говорила, использовать клей ПВА. Мы наносим клей на домик. Вот так вот наносим. Можно потом сверху салфеточек тоже клей наносить, смотрите. И вот так вот укладываем наши салфеточки. Можно даже лучше всего наносить клей сразу на салфеточки, как мы при декупаже делаем. Вот, смотрите, и так вот мы обклеиваем, да, то есть у нас получается все стыки, все швы, и дополнительно у нас, побольше можно клея брать, дополнительно у нас появляется еще фактура у домика, да, такая немножко интересная, непростая. Вот, берем салфеточку опять же, да, вот так, обязательно на стыки укладываете, да, вот вы видите, крыша здесь, да, состыковывается. Вот, и сокрываются все вот эти места, да, которые у нас были, там, где разрезы картона, они тоже закрываются. И вот, вот так весь домик, сейчас Дианочка пройдется и обклеит. Вот так, теперь будет Дианочка продолжать работу. Так, вот, ребят, смотрите, Дианочка еще одну приклеила салфеточку. Молодец. Дин, ну как тебе? Нравится? Круто? Давай следующую бери, разъединяй, да. Накладывай салфеточку, молодец. Сейчас Дианочка еще одну, смотрите, ребята, начинает приклеивать. Ребята, вот у Дианочки готов уже домик вот такой вот. Диана полностью проклеила его салфетками. Мы его просушили. Он получился очень плотным. Такой весь прям ух стал. Как бы из пластика сделан. Теперь Дианочка будет его декорировать. Сейчас я вам покажу еще один домик, который мы параллельно делали. Это вот такой вот домик. Смотрите, он у нас сделан тоже также из картона. Покрашен в красный цвет. Крыша у него синяя. Крышу мы сделали похоже на шифер. То есть, да, здесь мы картон не раскрывали, да, а он здесь обычный, гладкий. А здесь мы у картона сняли верхнюю часть, да, вот мы его разъединили вот так вот. И поэтому крыша у нас вот такая получилась, более даже реалистичная.
Значит, смотрите, по бокам тоже балкончики мы сделали из такого же картона. Да, вот он у нас такой же, покрасили в желтый цвет. И вот здесь мы решили сделать, у нас такая идея, что балкон украшен вот такими веточками, да, новогодними. Это, для этого мы взяли вот такую вот, купили мы пачку салфеток. Мы, кстати, сегодня будем еще одну игрушку делать с вами и использовать эти же салфетки новогодние. Вот у нас уже одна салфетка. Мы здесь оторвали веночек рождественский, да, вот такой вот, смотрите, он здесь над камином. Вот, мы его оторвали и приклеили вот сюда тоже декупажным клеем, как декупаж такой сделали на балконе. Еще сюда мы хотим добавить тоже искусственный снег. Сейчас покажу, какой мы снег купили. Видите, крыша вся в снегу, в искусственном. Так, ребята, вот такой вот снег мы использовали на эту крышу. Клеевым пистолетом мы нанесли клей на крышу и посыпали сверху вот этим искусственным снегом. Получилась вот такая вот красота. И также мы хотим сделать на балконе. Сейчас мы доделаем с вами вместе второй балкон этого домика. И потом задекорируем балконы снегом. Вот, дверцы и окошечки мы вырезали из картона. Итак, ребята, Диана решила уже, какого цвета у нее будет крыша. Какого цвета? Коричневая. Коричневая. Мы сейчас будем делать из зеленого и красного. Да, коричневый цвет, это делается из зеленого и красного. Диана сейчас смешает два цвета. Получит коричневый и будет красить свою крышу. А домик она будет делать белым. Давай, Диана, приступай. А, ребята, пока Диана делает краску, я буду делать декор второго балкона. Для этого вот сейчас мы с вами вместе... Я буду этот домик дарить Полине своей. Хорошо, давай. Я буду пока приступать. Подарок Диана делает для подружки. Так. Полины. Угу. Так, ребята, я вырываю вот этот вот веночек с балкона. И он будет у нас располагаться на балкончике. Диана, что там такой у тебя? Такой коричневый. Ты такой хотела, да? Да. Вот Диана смешала два цвета у нее, смотрите, в баночках зеленый и красный. И у нее получился темно-коричневый цвет, как она и хотела. Ребята, если вы знаете, как делать такую краску, то ставьте лайк. Да, не забывайте. Ну что, Диана, приступайте, да, окрашивай крышу. Давай я так уберу. Угу. Давай. Вот такая крыша. Диана хотела именно коричневую крышу. Да, так у нас. Да, у нас. Крыша коричневая. Да, и Диана хочет такой же сделать. Здесь. Мы только ленточку не испачкай, да, аккуратненько. Да, я ленточку убираю вот так. Молодец. На ту сторону. И крашу крышу. Давай аккуратненько, не торопись. Крась крышу свою. Ребята, я вот уже салфетки оторвала веночек. Вот так он будет здесь смотреться. Сейчас мы разъединим слои салфетки. Оставим только верхний слой, который с венком. Ее еще раз подкрашу. Так, вот так получается. Так, кисточка такая сухая. А затем будем балконы украшать снегом. И наш домик будет уже один готов. А Диашка, сейчас вот я покажу, что делать с тем домиком. Дианочка красит крышу своего домика. Ой, какая красота получается. Молодец. Коричневая. Коричневая, как ты и хотела, да? Да. Так, ребята, я вот уже вырвала из этой салфетки вот такой веночек. И сейчас я хочу вот на эту свободную стеночку этот веночек приклеить. Смотрите, как будет красиво и нарядно. Так, все, я сняла все слои салфетки, оставила только один. И сейчас вот думаю, что вот сюда куда-то я приклею этот веночек рождественский. Вот так вот. Ну, сейчас уже здесь у нас все высохло. Я думаю, что можно уже приклеивать на балкон и снег. Вот. Ну и, может быть, я сюда добавлю немножко снега. Вот такой домик получается. Итак, ребята, сейчас я покажу вам, как я делаю снег. То есть вот горячим пистолетом клеевым я наношу на балкон клей, где я хочу, чтобы у меня был снег. Да, вот так. И теперь очень быстро, пока у нас клей горячий, мы насыпаем сюда снег. Прям вот так импровизированно. Главное это сделать достаточно быстро, чтобы он приклеился туда, куда вам надо. Вот как-то так. Лишнее вот так сбрасываем. Так, ребята, ну вот посмотрите, что получилось. Мне кажется, что получилось очень даже мило. По крайней мере, я довольна. Единственное, что мне кажется, вот здесь вот как-то многовато снега, здесь опять не хватает, да?
Может, еще добавить? Сейчас добавим еще сюда. Я окрашу свой дом, и куда? Это мой дом теперь. Я так рада, что сделала свой дом. Ты умница, я тебе говорила, давай делай свой дом. Будешь радоваться. А, это твой дом, а это мой дом. Да. Ты этому дому крышу. У каждого по дому. Ага. Ты в этом доме живешь, а я в этом. Ребят, вот смотрите, один домик у нас, Дианочка, готов уже. Вот такой он получился. Сейчас он подсохнет. Мы тут немножко покрасили еще до белые такие пятнышки добавила ему. Вот. Так что, если нравится, ставьте лайки. Мы будем понимать, что вам понравилось. Сейчас Диана доделает свой второй домик, и мы приступим ко второй нашей игрушке. Это будет игрушка в виде сердца из картона. Сейчас пока я покажу. Мы будем это сердечко делать, домики будут сохнуть. Да. Ребята, следующая игрушка у нас будет в виде сердца. Вот такое у нас, вот такие детали подготовлены. Значит, два сердечка вырезаны из картона. И это вот для придания объема сердца мы вырезали еще такую вот деталь, которая будет придавать объем нашему сердцу. Вырезано все из такого вот картона, из-под батареи. Для того, чтобы вырезать такие сердечки, мы использовали вот такую шкатулку в виде сердца. Обвели... Мне бабушка ее подарила. Да, Диане подарила эту шкатулку бабушка. Мы обвели карандашиком это сердце, крышку, и вырезали две такие вот детали. Вот эта деталь, которая будет создавать форму нашего сердца, мы просто сделали где-то 1.5 сантиметра, она у нас, вырезали длинную, потом остатки, то, что лишнее, мы отрезали. Сейчас она идет, по-моему, по размеру как раз этих сердец. Сейчас мы будем с помощью нашего клеевого пистолета приклеивать сюда вот такую вот деталь. Мы ее согнули полностью, сделали такой по ребрам жесткости, сделали ее мягкой, чтобы она сгибалась приняла форму сердца. Ребята, здесь по такому же принципу, как мы делали на домиках, мы делаем петельку сразу. Это продумывает момент, да, то есть вот на сердечке, на этом основании. Мы здесь сделали по центру дырочку, сердце будет сверху крепиться, да, у нас такая будет петелечка, красивая такая ленточка. Здесь мы делаем узелочек. Так. И концы ленточки приклеиваем на клеевой пистолет, остальное лишнее отрезаем, и тогда у нас уже будет очень крепко держаться здесь петелька. Ленточка приклеена, остальное сейчас я отрежу. Все, петелька готова. Так, самое сложное, потому что это нужно делать очень быстро. Я поэтому буду потихоньку это делать. Не буду сразу все промазывать. Так, ребята, вот половинка сердечка у нас уже, видите, приклеена. Сейчас буду приклеивать вторую часть. Вот сюда. С помощью клеевого пистолета. Так, ребята, смотрите, одна часть сердца у нас уже готова, она приклеена к этой боковинке. И теперь мы приклеиваем вторую часть сердца. Вот так вот, да? И у нас будет такое вот объемное сердечко. Итак, ребята, смотрите, наше сердце готово. Оно такое 3D, объемное. Мы пойдем по тому же пути. Мы сейчас обклеим его салфетками белыми. Белыми? Да. Вот. Потом покрасим белый цвет белой краской и сделаем на нем декупаж. Вот эти салфеточки рождественские мы покупали специально для этого сердца. И мне кажется, еще сделать шишечку. Да, потом еще сделаем шишечку. И мы сделаем на этом сердце вот такой вот декупаж. Дед Мороз с детками. Для сердца я взяла, ребята, ПВА клей, вот такой вот, и буду клеить салфетки, вот они у нас, на клей ПВА. Сначала сердечко намажу клеем этим. Итак, ребята, вот я обклеила салфетками наше сердце, вот такое оно получилось. Это убирает все стыки, с помощью такого приема можно убрать все стыки, сравнять наше сердечко, сделать его таким однородным. Когда все это высохнет, будем красить белый цвет. Ребята, домик у Дианы уже высох. И смотрите, что мы еще сделали.
такие балкончики. Да, мы сделали балкончики, правда, это временно. Сейчас мы снимем, будем их красить. Даша, из чего мы сделали балконы? Расскажи, ребята. Из зубных пасток. Из зубочисток, да, из зубочисток. Ребят, смотрите, вот такие получились у нас балясины для балкона. Каждая балясина по 2 сантиметра у нас здесь, да. Если вы будете делать домик такого же размера, как у нас, то вот нарежьте зубочистки по 2 сантиметра, палочки такие, да, и получается на каждый балкон по 4 такие вот балясины. Ребят, смотрите, вот Диана красит палочку золотой краской, действительно она золотая. Такой, смотрите, цвет. Я же себе пальчики покрасила. Пальчики тоже у тебя золотые будут теперь, да? Ты наше золотце. И в компаску. Компашку. Уже 3 палочки у Дианы готовы. Давай следующие. Нет. В общем, прокрашиваем палочки, будем приклеивать. Покрасила палочки, да? Да. Так, ребята, все, палочки у Дяшки покрашены все, они высыхают. Сейчас будем накрасить снег. Да, сейчас будем, пока у нас высыхают палочки, мы сейчас будем декорировать крышу снегом. Приступаем. Где ты хочешь, чтобы у тебя снег лежал на крыше? Здесь. Давай. Здесь. Насыпай быстренько снег. Давай, сыпь много-много на крышу. Давай, мой хорошенький. Так можно. Вот берешь много. Ребят, смотрите, да, берете много, прям и сыпите. И пальчиками придавливаете. Он приклеивается в те места, куда вам надо. Давай, котеночек, сыпь еще. Так, ребятушки, Дианаша доделывает. С этих сторон еще давай, котенок. Ну, вот сюда положи. Так вот, вот так лист заканчивается. Снег вот сюда обязательно. Так лист заканчивается. Сейчас еще положим. Да, по низу снег обязательно должен был упасть. Вот, умница, молодец. Давай, насыпай снежок быстрее. Много бери, сыпь, не бойся. Давай, снежную бурю устраивай. Это не снежная буря, а снегопад. Снегопад. И придавливаем. Вот. Так, ребятушки, вот смотрите, что у нас получилось. Диана, получилась такая замечательная крыша снежная у домика. Вот, и сейчас мы приступаем к изготовлению окон и балкона. Значит, смотрите, мы вам показали уже, да, вот такие вот детали у нас сделаны, это для балкона. И все это сделано из вот такой вот ленты, мы вырезали. Значит, длина вот этой вот балконной ленты 7,5 сантиметров, ширина сантиметр. И окошки мы сделали тоже из этой ленты, то есть вот мы вырезали вот эту планку, и она еще разрезается напополам у нас, да, вот так вот, чтобы тоненькие вот такие полосочки получились, каждая полосочка по сантиметру. Ребята, вот такое получилось окошко. Сейчас я по такому же принципу сделаю еще окошко вот на этом балкончике. А здесь хочу сделать дверку. Так, ребята, наши окна готовы. Вот здесь, на этом балкончике, окно у нас одно. И второе окно вот здесь. Диана сейчас красит в черный цвет дверь. Она решила дверку сделать черной. Дверку мы тоже вырезали из картона. Она маленькая, где-то сантиметр на 2. Вот. Сейчас будем приступать вот эти вот наши палочки вклеивать в балкон, которые уже высохли. Вот, и потом приклеивать вот эти вот опоры для балкона. Вот такие вот красивые, золотые. Ребята, ставьте лайки. Так, ребята, вот смотрите, наша работа по приклейке балясин на балкон закончена. И сейчас мы будем с помощью клеевого пистолета приклеивать балкончик вот сюда. Итак, ребята, один балкончик у нас готов. Сейчас по такому же принципу будем наклеивать балкончик вот сюда. Так. Ребятушки, смотрите, наша дверь готова, вот такая на ней ручка. Сейчас будем приклеивать ее вот сюда. Я хочу, чтобы дверка была такая же, только на том домике. Тут немножко другую сделаем, чтобы отличие было у нас. Вот так. Вот такая красота получилась. Вот такой домик получился. Ребята, наша игрушка готова, да, Диаш, покажи. Смотрите, да, вот такой он чудесный, нам он очень понравился, мне кажется, что... Нам надо больше на дверку сделать окошко. Окошко на дверку надо еще сделать. Ребята, посмотрите, вот такой получился у нас домик. Диаш, покажи поближе ребятам. Вот такой он славный. Диан, ты довольна работой нашей? Да. Ребята, в общем, вот такие у нас домики получились. Тоже экспериментируйте,
и воспользуйтесь нашей идеей, сделайте свои такие милые и уютные домики. Диана, ну что, теперь приступаем к следующей работе? Да, сердечко. Делаем сердечко, да, теперь? Да. Да, приступаем теперь ко второй игрушке, это сердечко у нас. Да. Да, сердечко у нас, заготовка уже готова. Ребята, Диана приступает сейчас к окраске нашей заготовки. Вот такой формы, которую мы сделали. Да. Диана потом будет венок такой делать, да, маленький? Да. Диаш, каким цветом будешь красить заготовку? Беленьким. Беленьким. Ребята, и смотрите, у нас уже на одну сторону подготовлена вот такая вот заготовочка из салфетки бумажной, да, мы ее вырвали, смотрите, вот салфетки, которые мы вам показывали, да, я вот отсюда прям это сердце вырвала, просто вот сейчас буду на вторую сторону также делать. А веночек будет с этой картинки. Да, да, да. Вот на вторую сторону, да, я также просто возьму сердце, вот, приложу вот так вот салфеточку, да, чтобы попал сюда у нас и Дед Мороз, и елка. И камин, вот так вот, да, прикладываем ровненько и обрываем вот так вот, чтобы оно у нас стыковалось с краями. Потом будем наклеивать декупажным клеем. Она приступила к окраске. Ребята, сейчас будем клеить на сердечко салфеточку. Да, ребята, наше сердечко уже высохло, просохло и готово к тому, чтобы мы приклеивали на него салфетку. Ребята, берем салфетку, которую мы уже заготовили, да, мы вот сделали такое сердце, оно как раз у нас по форме нашего сердца, и снимаем отсюда все слои, оставляя только самый верхний слой. Макай, значит, в клей кисточку, вот, Дианушка идет, а центр и края ведет. Молодец, тихо-тихо, не торопись, а то порвешь салфетку. Она же очень тоненькая, да, у нас? Угу. Угу. Пока сердечко высыхает, я буду разукрашивать сердечко. Я буду разукрашивать шишечку. Да, ребята, мы приступаем к нашей третьей игрушке на елку. Это шишка. А сердечко наше пока сохнет, а Диана приступает к окраске шишки. Да, третья игрушка елочная у нас будет сделана из шишечки. Вот такой мы нашли у нас ее возле дома. Вот, так что, Диаш, приступай к окраске. Итак, друзья, Дианушка, что у нас теперь с сердечком? Готово у тебя сердце, да? Показывай ребятам. Ребят, смотрите, с двух сторон у нас уже наклеена салфетка методом декупажа. Давай покажем поближе. Вот так вот. И теперь, Диаш, что тебе осталось сделать в этом сердечке? Покрасить вот здесь красным цветом. Да, боковинки осталось покрасить. Ну давай, Диаш, приступай тогда. Ребята, смотрите, какое сердечко у нас получилось. Да, ребята, вот Дианушка покрасила сердце. Я немножко ей помогла там детали мелкие подкрасить. Давай покажу, ребята. Смотрите, вот какая красота. Сердечко наше готово. Сейчас мы будем повесим его, чтобы оно пока сохло. Вот такая вот получилась игрушка у нас новогодняя, объемная очень. Ну, теперь, Диаш, мы приступаем к какой игрушке? Сердечку. К сердечку? Ой. К шишечке, да? Покажи свою шишку. Диаш ее уже покрасила. Покажи, Диаш, шишку. Третья новогодняя игрушка. Это у нас будет вот такая шишечка. Сейчас мы приступим, будем ее доделывать. Да! Да, Диашка уже покрасила в белый цвет ее, сделала ей такой снежный... Как будто я снегом замело немножко. Но сейчас будем приступать доделывать. Котенок. Котенок. Итак, ребята, приступаем к третьей игрушке. Вот Диана подготовила уже шишечку, она ее разукрасила. Только что мы сделали бантик из нашей ленты, которую мы вам уже показывали, да? Просто посередине склеили клеевым пистолетом вот так вот, и получился такой, получился бантик. И еще мы возьмем, воспользуемся, у нас такие фишечки есть от слайма. Сейчас мы выберем какую-нибудь красивенькую, и она у нас будет центром вот этого бантика.
этом закончить свои игрушки. Ребятушки, вот такие игрушки у нас получились. А мы сделали два таких домика. Да, Полины и до меня. Да, Дианочка, подружки, один домик красненький этот подарит. Для Полины и до меня. Сделали вот такое вот сердечко из картона. Очень, мне кажется, он такой милый, такой уютный. Вот, и всего-то понадобился, да, картон и салфетки. Вот, и третья игрушка у нас, это такая шишечка, украшенная бантиком. Здесь портрет Эльзы, и мы еще украсили Эльзу вот по бокам такими пайетками, чтобы было повеселее, понарядней. Вот, приклеили такую просто, да, петельку, можно вешать на елку. Так что, ребята, ставьте лайки, если вам понравилось, конечно, видео. Подписывайтесь на канал Дианочки, мы будем делиться с вами всякими интересными идеями. Ребята, всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока! С Новым годом!